Прохожие услышали звуки, доносящиеся из контейнера. Сначала думали, что там котенок. Когда достали пакет, их ждала необычная находка. На место выехали следователи. Первое, что удалось выяснить, женщина живет неподалеку, работает дворником. Большой срок не стал помехой для того, чтобы прийти в гости, отметить праздник. Третьего ребенка 30-летняя женщина рожать не планировала. Что беременна, узнала на том сроке, когда аборт уже не делает. Поэтому и выбросила новорожденного в мусорный контейнер, даже не посмотрев, родился у нее мальчик или девочка. Что указанная гражданка в ходе распития спиртных напитков родила ребенка в туалете. Скорую изначально она вызывала, когда начались схватки, но потом, когда уже у нее ребенок родился, отказался от вызова и, соответственно, сказал, что помощь ей медицинской не нужна. Находилась в состоянии, конечно, опьянения, распивала спиртное уже на протяжении суток. Таким способом решила избавиться от нежеланного ребенка. Женщину почти сразу задержали. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания ОМВД России по Рязанской области. В отношении вчера было возбуждено уголовное дело по части 330, 106, то есть убийство матери новорожденного ребенка. И она была задержана. Указан гражданке имеется уже двое детей. Сейчас как раз данный вопрос о лишении родительских прав решается. В ходе разбирательства будет ясно. В это время ее новорожденного сына выхаживают врачи перинатального центра. Мальчик находится в отделении реанимации. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Он поступил в больницу с температурой тела 24,5 градуса. Из-за сильного переохлаждения нарушилась работа нескольких жизненно важных органов и систем – сердца, дыхания, почек. Врачи подключили новорожденного к аппарату искусственной вентиляции легких. Ввели препараты, чтобы сердце работало лучше. 28 градусов Цельсия – это тяжелая гипотермия. Все, что ниже 28, это критическая гипотермия. 24 – это температура, при которой все жизненно важные процессы внутри организма останавливаются. Вот, поэтому ребенок поступил с выраженным снижением частоты сердечных сокращений. Он дышал, но дышал неадекватно, поэтому непосредственно помощь он уже начал получать на этапе приемного покоя. По словам врачей, мальчик родился доношенным. По всем показателям он соответствовал сроку 38 недель беременности. Вес 2 килограмма 760 граммов, рост 49 сантиметров. И если бы не поступок матери, у него были бы все шансы на нормальную жизнь. Денис Лева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».